Всем привет! Давно не виделись. Есть некоторые мысли по поводу ножиков. Никогда не считал себя коллекционером, что вот прям у меня какая-то там коллекция, куда бежать и прочее. То есть коллекция это все-таки это более что-то такое громкое, там должно быть намного больше, чем, скажем, ножей, чем у меня. И просто смотрю, реально лежит очень большая куча ножей, которые, ну, вообще никак. То есть, наверное, надо было сначала все-таки записать видос про свою десятку. Давайте сделаем его все-таки следующим. А в этом видео, я думаю, что это, наверное, будет первая часть продажи ножей, которая реально лежит без дела. До хрена ножей новых, которые вообще тупо просто даже на кармане ни разу не были. До хрена ножей, которые были на кармане один раз, пол раза, я не знаю, даже бывало полдня, некоторые, может быть, от силы 2 дня. То есть дофига, я думаю, что, может быть, кому-то будет интересно это все. Что, немножко, может, прокатим? Я даже не знаю, как это все сделать правильно. Хотелось бы, конечно, в идеале раскатать эти ножи в виде какого-то конкурса, я не знаю, или розыгрыш, как это слово правильно подобрать. То есть, вот как мы делали последний раз под донатом, да? В принципе, по-моему, были люди довольны, но общее впечатление, например, у меня сложилось, ну, наверное, нехорошее. То есть я вроде как бы с хорошей, с доброй душой, а большинство как-то непонятно не поддержало. Много было какого-то, мне показалось, такого. Во-первых, мало было просмотров. То есть там всего что-то 1400, что ли, было, или 1500 людей посмотрело. То есть людям, возможно, это было неинтересно. Возможно, было слово, возможно, слово донат всех как-то, что ли, подкосило, или не понравилось, или сразу, значит, мимо все прошли сами. Просто я вот сколько было писем, сколько было в комментариях. Вы все это можете, в принципе, сами видеть. Кто-то, может, сейчас себя вспомнит. Просто все всегда просили, вроде мы придумали, как это все сделать, сделали, никому-то нафиг не надо. Макс еще там говорил, давай 1000 на 200 сделаем, то есть ножей примерно на сумму, на такую, на большую, чтобы шансов было побольше, давай там раскидаем, значит, не по 1000 входная будет, а по 500 рублей. И в итоге какая-то получилась хрень. Вот сейчас дилемма, сейчас я стою перед выбором, у меня, значит, два варианта. Либо продавать все просто-напросто, вот пишем видос, значит, я пишу ножики. Блин, а ножи реально тут капец, их, наверное, штук может быть 50. Ножи реально штук 50, наверное. Кому, если вдруг интересно, всего может быть их у меня, ну, скажем так, плюс-минус. Однажды как-то мы считали сколько-то лет назад с Максом, их что-то насчитывалось порядка 300-400. То с фиксами, то без фиксов как-то. Ну, вот примерно эта цифра около того. То есть, вот реально вот этот вот процент, он лежит, он как бы, ну, вот нафиг. Уже даже кому-то что-то дарил, что-то как-то где-то. И все равно их до хрена. Я понимаю, что в плане подарков это все растянется. Я не знаю, это мои внуки еще будут эти ножи всем своим друзьям и кому-то там дарить. Это все хрень полная. Надо их продать, деньги куда-нибудь в другое. И вам что-то даже, может быть, показать. И самому чему-то порадоваться. Может быть, и посмотреть на что-то, на другое обратить внимание. Вот три ножа. Интересно мне это неон. Это Затеха. Не помню, как она называется. Не суть. И это, наверное, Спайдерка Нирвана. Это вот три таких интересных ножика. Уже, наверное, года два. Руки что-то до них не доходят у меня никак. Ну, еще раз повторюсь. Может, кто-то смотрит, не в курсе, у меня сын родился, я как бы сейчас весь в сыне, вообще я довольный, счастлив. Я, может быть, кто-то даже помнит из старых подписчиков, всегда говорил про это, что вот появится семья, появится ребенок, и с ножами будет как бы потуже. Так оно и, в принципе, и получается, и в этом ничего критично страшного нет. Свою собаку я на этом на всем съел. И все равно, пересматривая какие-то ролики на YouTube, смотря других каких-то ютуберов, назовем их так, да,
какие-то, я не знаю, блэд-шоу смотря и что-то еще, всякие выставки, я ничего такого сильно крутого для себя реально не нахожу, не вижу, чтобы что-то вот прям бы цепануло, чтобы все бросить, я не знаю, пойти побежать и купить. Я говорю, вот эти три ножа, они меня тянут давно, и то не так сильно, как хотелось бы, например, что-то раньше. Широгоровы, про них вообще молчу, они уже улетели куда-то в космос. Я вообще их не понимаю, там уже цены просто запредельные. И в какие-то они ушли, видимо, в кастомы. То есть тоже ничего интересного для, скажем, более-менее обычных людей. И точно так же бенчи, спайдерки, я не знаю. Ну, нету такого, ничего сильно интересного. Короче, к вам, как подписчикам, будет, наверное, некоторая просьба. То есть как это все дело обстряпать правильно. То есть еще раз, либо это продажа, либо это, ну, продажа, вот, например, на Ютубе, да, просто пишем здоровый ролик, может быть, из нескольких частей, либо это ганза, блин, так с ней связываться неохота, кто бы знал вообще, там ведь это, ну, есть что поделать, это очень много сожрет времени, сил, энергии, и не факт, что что-то уйдет. И третий вариант, он самый крутой, он самый, по мне, как он самый классный, вот я бы в таких вариантах, может быть, кто-то знает тоже, ребята, пишитесь в комментах, где такое приходит. Но мне кажется, что такого нет нигде. Причин тому, хрен его знает, какие причины. Может быть, по законодательству, может, еще как-то что-то. Но как-то бы это все дело раскатать было бы, мне кажется, прикольней. То есть много ведь желающих есть, которые бы хотели, например, в чем-то поучаствовать и, возможно, где-то что-то выиграть. Тут реальный шанс, реальные ножики. И как бы мы с Максом... Ну, как-то так. Пишите комменты, что вы про все про это думаете. Может быть, вообще это все дело того не стоит сжечь, может, это все нафиг. Или, я не знаю, или просто распродать все это, то есть взять там, я не знаю, ценник. По ценам в прошлый раз тоже кто-то мне как-то писал, что вот вроде дорого на розыгрыше это все было. Я еще раз повторюсь тоже, чтобы понимание было. Цены были взяты обычные, то есть по курсу посчитано на тот день. И мы и то дофига с этим донатом просто... Ну, мы знали, что так и будет. С донатом реально улетело дохрена денег. То есть, в принципе, наверное, улетело, может быть, порядка от цены ножа по... Если, например, смотреть по кнайфам, по каким-нибудь, да... То есть, если ножик, например, стоил сотку, то я думаю, что процентов 20-30 примерно, грубо, денег улетело минусом. То есть, вот столько, например, на порядка 20-25, может быть, 30% мы потеряли денег на... всех этих процентах, переводах, выводах, отправки и прочем, если все в кучу сосчитать, была вот такая фигня. То есть, чтобы никто на эту фигню тоже не думал, что тут я сейчас наживаюсь на чем-то, на ком-то, и прям вот мне так это круто. Точно так же про продажу я думал, что, наверное, также выставить эти ножи по вот этим же ценам, которые как на кнайфах, и скинуть с них, например, я не знаю, те же там 15-20, может быть, процентов, и вот так вот их выставить, продать. Встанет, наверное, все как вариант. Короче, ладно. Ждем, наверное, комментов. Может быть, надо было вообще стрим записать. Может быть, кто-то и это попросит. Как бы, в принципе, проблем нету. Но ножиков реально много. Я думаю, что много кому будет что-то интересно. То есть, ножики есть всякие. Дофига новых ножей. Вот, например, куча мала. Не знаю, видно или нет. Тут просто это вот все... Это все вообще новье. Это все повторяющиеся ножи, новые ножи. Если кому-то, например, интересно сходу, что могу показать. Так, куда бы в сторону-то убрать. Есть даже вот тут немножко выложенные фиксы. Тоже. Блин, ганза, конечно, да. Может, сейчас много кто скажет, ганз, давай там, слава, дерзай. Блин, фиг знает. Есть вот такой вот нож. Вдруг кому интересно, пишите в личку, пишите на почту, пишите в комментариях, свяжемся. У меня таких было два, 35-й, 36-й. Сначала ко мне пришел 36-й, где-то видос есть, вот есть 35-й потом. Так сказать, в запас, но я понимаю, что тот-то лежит, а этот вообще 100 лет пролежит. Может быть, кому-то реально кто-то мечтал, кто-то хотел. Ну все. Всем спасибо за внимание.
До новых встреч.